О! Хороший, моя любимая! Мы вот с коллегами собираемся и иногда, конечно, танцуем. Но это странно. Какой человек сказал, что надо это делать? Зачем вообще нужно танцевать? А мы танцуем постоянно, знаете. Ногой отступишь, потом пошла плечка, потом плечка заработала, потом заработала рука. Ты уже устал, но отдохни, Лёш. Нет, я чего? Вот молодец. У него очень хорошо получается. Ну, очень талантливый. Вот Вася, у него похуже. Ну так чего теперь делать-то будет? Мы будем танцевать сегодня до вечера, у нас такой план. Лёш, а зачем мы танцуем? Весело. Потому что весело.